Ну что ж, настало время двери окошек. Я вот тут сделал примерную дверь обычного кубика. Так, и сейчас я ее пристрою на место, скажем так, ну где-то вот здесь, я так думаю. Будет нормальная дверь. Может быть, чуть больше. То есть я хочу сейчас сделать проем. А для этого мне нужен этот шаблон как раз. Да, вот так хорошо будет. Чуть, может быть, ниже. Так. Ну и теперь нож. Сейчас выровняем шифт. Так. Возьму нож и отрежу тут. Так, надо этот убрать. Вот так. Встать на плейн. Так, чтобы пряменько было. И вот тут. Вот так. Так, теперь мне надо пойти вот сюда. Я как бы не хочу Bevel использовать. Пока, во всяком случае. Так. Поэтому я сейчас возьму вот это вы или все полигоны. Так. Мы только видимое сделаем. Вот эту дверь. Вот так. Проем, во всяком случае, сделаем проем сейчас. Так, зажимаем Ctrl и идем вот сюда. Вот так. Вот этот проем как раз не будет нужным. Удаляем его. Смотрим. Ага. Видим, что тут сразу же перебор у нас начинается. Почему? Да потому что надо вот здесь сделать еще пару разрезов таких, чтобы она уже выровнялась. Так, ну мы сейчас попробуем с помощью этой сначала. Одну, пожалуйста, одну. Так, вот тут мы сейчас сделаем вот так. Раз. Вот. И вот тут сделаем. Два. И вот тут. Смотрим. Так. И здесь. И здесь. Здесь. И вот тут. Вот такая у нас дверь получилась. Прекрасненько. Есть. Ну и точно так же сделаем сейчас окна. Сейчас посмотрим. По-моему, здесь они двойные вообще-то бывают. Здесь одинарные, понятно, а с той стороны вот они двойные вот такие. Поэтому так и надо сделать. Здесь для водителя, ладно. Хорошо. Сейчас я сделаю также окошечки. Мы сейчас с вами выделим вот эти полигончики. И тоже их вдаем. Вот сюда. Вот так. Момент. Так. Здесь находимся. И вдавливаем. Так, почему не хочется?
хочет добавиться. Так, это баг или что это? То есть вот здесь нам надо сделать еще один разрезик. Сейчас мы это сделаем. Вот тут. Да. И теперь выберем полигоны. Только те, которые нам нужны. Вот эти, да? Да, конечно. И пошли. Вот так. Удаляем. Что-то пошло не так. Сейчас. Так. Удалили. Отлично. Ну что там вот это лишнее удалили? Вот тут вот. Сдается мне. Мы что-то лишнее удалили. Угу. Вот так. Еще раз. Все должно быть все нормально. Если выключим Subdivision, то есть с Subdivision будет совсем даже и неплохо. Ну, разве что можно здесь еще сделать по краям еще парочку срезов, чтобы было ровненько. Вот здесь берем, режем, здесь и вот здесь смотрим, сейчас должно быть все красиво. Да? Ну и вот тут мы тоже сейчас сделаем. Так. И вот тут. Подождите, слишком много нарезал тут всего. Так, если мы сделаем здесь, мы поднимем. Сделаем здесь, поднимем. Сделаем здесь, опустим. Сделаем здесь, опустим. Все. И теперь вот тут один. Вот так. Вот у нас получился замечательный автобус с дырками. Что нам, в общем-то, и требовалось. Теперь остается сделать стекла. Двери, стекла, да? Ну, что нам стоит дом построить. Сейчас начнем. Посмотрим, как он выглядит. Эти, видите, вот они вот. Раз, два, три, четыре. Восемь дырочек. Между ними по перетинке. Угу. Ну, сейчас и сделаем такой. Да и вставим туда
Все. Вот сейчас я вам покажу, почему bevel использовать не очень желательно в этом случае. Да? Вот я применил здесь bevel, то есть надел квадратиков, вытащил, выдавил, вернее, разделил. Из общей, и вот получилась такая неприятная сетка. Почему? И еще вдобавок, если я сейчас ее попробую bevel сделать, да? Вот, закину сейчас сюда, то видите, что получается. Да, можно, конечно, тут немножко поиграть туда-сюда, но все равно вся она перекошена. Поэтому я это делать не буду, мы сделаем с вами, ну, тем более, что как бы этот есть, да. Давайте сделаем просто-напросто копию. Да. Возьмем кубик. Сожмем его сейчас. Так, где он у нас кубик? Выведем сюда. Начнем его сжимать. Так, вот такой величины, наверное, будет. Этот толстый. Вот так вот где-то сделаем. Подвинем. Легче будет ориентироваться. Вообще все можно выключить, кроме этой штуки. Сейчас мы так и сделаем. Отключим вот так. Где тут у нас бампер? Еще вот бампер дали. Так, мы сейчас сделаем следующее. Подгоним этот кубик. Здесь все будет видно у нас. Хорошо. Так, 50, наверное. Маловато. Вот так. Выйдем на середку и по длине. Подгоним по длине сейчас. Ну, используем там, где нам удобнее. Да и все. Так, что у нас по длине большевато, да? Хотелось бы точно. Так, вот 5. 5, наверное, будет самый раз. Я оставлю сейчас. Чтобы мне удобнее было резать. Так. 50. Думаю, что 50 как раз. Смотрим вот сюда. Угу. 49. Маленькие кнопочки. 49. А нет, 50 оставим. 50. Так. Сейчас. А, 265. Наверное, будет в аккурат. 265. Так, здесь померили. Здесь 263. Ну прям. Да, в общем-то, ребят, тут ерундой занимаюсь. Потому что превращаем его в этот и подгоняем просто-напросто, и все. Бывает, заклинит, и ты не понимаешь, что ты делаешь.
Так. Теперь опускаем это дело. Вот так. Я хочу как бы более точно сделать, потому что у меня там уже выверено все было. Так. Вот так. Хорошо. Ну и здесь мы можем сейчас уже свободно резать. Возьмем сюда, ставим так и возьмем, где у нас кубик, вот он, да? Так, и так вот пойдем сейчас. Раз. Таким образом мы создадим хорошее окошко без всяких артефактов этих. Так, теперь здесь. Так. И вот так. Я надеюсь, на этом все. Это мы уберем. Так. Смотрю, здесь что-то лишнее появилось. Странно. Что-то мне не то наделали, ребята. Еще разок. Вот тут все правильно. Так, здесь, здесь. Здесь и здесь. Вот так должно быть. Все. Если мы булю удалим, так, то мы увидим следующую картинку. И сейчас мы будем использовать. Единственное, что я вот думаю, что, скорее всего, вот эти вещи, они здесь пошире. А у меня как бы одинаковые получились. Это не есть хорошо. Сейчас мы это сделаем. Вот так. И раздвинем. Так. Это будет правильно. Можно на глазочек, тут не суть важна. Так. Мы же не настоящие делаем. Автобус-то нам никто не заказывает. А тут сделали мы. Опа. Так. И вот здесь надо еще разрезать разок. Вот тут. Вот так. Все. Сейчас у нас окно будет готово. Быстренько я уже предвкушаю это. Так, берем Selection. Переходим в полигоны и вот так выделяем. Видите? Так, 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 так. Я хочу одним ударом убить. Не знаю, получится, нет. Так, все выделилось. Ну и теперь бридж. Они не получается, но зато и так. Опа. И так можно. Вот такие переплеты мы с вами сделали.
Хорошо. Вот что я имею в виду, что, ребята, когда у нас чистые все эти, сейчас мы, то подгрузить сюда Babel не составит никаких проблем не составит. Вот видите, Babel стал, да, и теперь мы ему вот здесь сделаем вот это и лимит сделаем. И здесь вот так, допустим, 2 или 3. Ну, в зависимости, что мы хотим. Давайте еще поглубже сделаем 2. А здесь 3. Нет, было хорошо. Вот так. Оно очень похоже сейчас на переплетики. Замечательно. И мы посмотрим теперь, как оно встанет. Так, булю мы удалим. Не нужна нам. Так, где наш бусик? Начинаем двигать кубик. Видите, прекрасно, как встал. Как будто тут и был. Очень хорошо. С этим мы справились. Ну-ка, если дырка есть, то без проблем. Надо посмотреть, может быть, чуть-чуть ее. Так, и она вошла туда. Чудно, ребята. Угу. Так, а где у нас симметрия? Ну-ка, если мы включим симметрию. Да, мы видим, что здесь надо нам тоже поставить вот этот. Или сказать ему тоже симметрию. Угу. Симметрию. Сюда я. Ну, наш автобус начинает принимать хорошие очертания, я вам скажу. На этом видео заканчивается, и мы продолжим в следующем.